Инвестиции для Гагаузии всегда были в приоритете. Они дают возможность открыть новые рабочие места, сообщила начальник агентства по привлечению инвестиций Наталья Кожакарь. Инвесторы приняли решение открыть предприятие в Гагаузии, конкретно в муниципе Кемерат. Данное предприятие запустило свою работу с 17 марта 2022 года. На сегодняшний момент трудоустроено около 24 сотрудников, которые, большинство из них, они прошли обучение в Венгрии, они научились определенному производственному процессу, который необходим именно в этой сфере. Сотрудники, которые работают на фабрике, проходили обучение и практику в Венгрии. Они довольны, что могут работать на родине. У нас у всех есть семьи и дети, мы должны работать. Пока работа нам нравится. Нас учили, каждый объясняли нам пайку, сборку, компьютер так проверять, закрывать, компьютер регистрировать. Как бы нормально. Представитель компании Евгений Кутулупов рассказал о специфике производства и о планах по развитию. Ту заботу, которую не ожидал, честно говоря, получить. Это большой плюс, который я увидел здесь, именно здесь, в Кемерате. В принципе, вот такая у нас ситуация. Башкан Гагаузии Ирина Влах подчеркнула, что инвестиции для автономии очень важны. Я благодарна команде агентства, благодарна мэру Кемерата, который тоже был вовлечен в этот процесс, и немецкой компании, которая выбрала Гагаузию и создала хорошие рабочие места для наших жителей Гагаузии. Производственные мощности размещены на площади в 400 квадратных метров, но совсем скоро будет открыт цех площадью в 600 квадратных метров. Ирина Караман, Григорий Ставилов, Артем Топал. Новости ГРТ.